Всем привет, друзья, это видеоблог «Две хаски». Привет, привет. У нас тут в Московской области штормовое предупреждение, бешеный ураган какой-то, ветер, дождь, град. В общем, весеннее рыбалка настроение. Но сегодня мы сделаем видео, такой обзор нашего нового приобретения. Такая вот палатка. Сигару такая. Очередная, да, посылка из Пакистана. Да, очередная посылка из Пакистана. Кто в теме, тот поймет. О, слушай, ну, как обычно, чехол суперский просто, уже. Уже мне нравится. Слушай, на молнии, да? Ну, если снегирёвский был на таких заклепочках, здесь уже такая молния приятная. Офигенно. Ручки можно как бы вот так вот взять, опа, и понести. Я попёр. Опа. Интересно. О. Полы. Огонь. Сюда их положим пока. Так, тут что-то еще есть. А, прям такие коли. Полушки, да. Фига себе. Прикольно. Можно защищаться от браконьеров. Да, слушай, такие добротные коли, прикольные. Или боковин. Ну как это, у снегиря, да? Все то же самое. Давай с той стороны, подожди. Открыл? Да. Теперь это крышу. Крышу? Тыркой. Надо мне с той стороны держаться. Слушай, она большая. Держу. Опа. Ты что, оторвал что-то? Что? Нет, подожди. Давай. Я тебя найти не могу, подожди. А небольшую мы взяли, слушай, она что-то какая-то огромная. Блин, офигенная, слушайте, ребят. Давай мы ее развернем. В общем, друзья, это летняя палатка фирмы Polar Bird. Раньше называлась фирма Снегирь. Почему мы выбрали эту штукенцию? Потому что мы уже, можно сказать, два сезона ловили в зимней палатке Снегирь. А так как я человек не очень аккуратный, я могу сказать так, палатка Снегирь меня конкретно выдерживает. Там из таких палаток, чтобы была в полный рост для для ночной ловли. Ну, по просто цене, даже в принципе, да, она такая самая адекватная, наверное. Не то, что для ночной ловли, а именно брать куда-то, да, в поездке. Так как планируются рыбалки у нас не на один день, а несколько дней. И хочется где-то ночевать. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, качество такое. Приятное. Вот так, да? И потом соединяется, да? Теперь, да, соединяю. Молнии и прочее. Действительно качественно все сделано. Ну и посмотрев других производителей, именно вот такие шатры, я могу сказать так, они все хлипенькие. Здесь действительно, ну вот прям, все прям натягивается, все аккуратно, ничего никуда не бежит. Ну, собирается прикольно, слушай. Спокойно, ну, 5 минут, да, она там стоит. Макс работает, я как обычно смотрю. Принесем стулья, поставим. Она не промокающая, да, получается? Ну да. Кайф вообще. Круто. То есть это все можно открыть. Если жарко будет нам. Все на липучечках. Здесь тоже. О, нифига, здесь карабинчиком даже.
Да. Собирается, скручивается, да? Ну да, наверное, скручивается. Вот так. Да, и вот здесь. А. Хопа. Закрыл. Ну вообще, как дома, у меня шторы висят. Мне кажется, вот тут домки у нас были. Закормились? Пока не клюет? Пока не клюет, да. Вот, сидим, ловим. Кстати, друзья, вы спрашивали по поводу снегирёвских кресел. За свои деньги, вот второй сезон, у нас с ним ничего не случилось. Можно отрегулировать ножку, сейчас покажу. То есть, если какая-то там, да, у вас высота нужна другая, вы нажимаете кнопочку. Ну, неровная поверхность. Да, неровная поверхность. Хоп, и у вас все регулируется. Здесь у нас получается такие вот пластиковые, да, крепления. Они, в принципе, ну, вот, сначала мне показались хлипкие, но вот уже второй сезон как бы нормально. Единственное, вот, да, вот, вот здесь вот не хватает кнопочки одной. Сейчас покажу. Когда их сюда вставляешь, хотелось бы какой-нибудь здесь, да, вот чик, чтобы она фиксировалась. Сейчас мы полностью его раскроем. То есть, оп. Вот моя комплекция 85 килограмм. Ой, даже 86. Я с ним взвешивался. Оп. И рост у меня 174 сантиметра. Короче, я полностью влазю. И прям, я бы сказал, что... Вот видите, она немножко ходит. Вот это вот мне единственное, что в них не нравится. То есть вот 174 сантиметра прям в аккурат. Я не знаю, ты сколько, Макс, рост у тебя? Черт, сучоныш, выше меня на 2 сантиметра. Ну вот, видите, прям я вот лег сейчас, вот у меня... Макушка чуть-чуть уже даже. Ну не выпирает, она прям вот она. И ноги. Хоп. Как бы есть небольшие минусы, но опять же, если сравнивать с какими-то другими аналогами. Ну там десятка минимум уже нормальное кресло будет стоить. Ну да, десяточка. В общем, рыбалки у нас должны быть интересные. Вот. Вот такие. Будем ездить на ночные рыбалки. Будем выезжать на дальние какие-то рубежи. Вот Рязанская область, Калужская область, Чеховский район. Будем штудировать Аку, какие-нибудь еще реки. И будем ловить на фидер, учиться. Сейчас вот должны нам уже прийти наши новые удилища. Так что в скором времени будут выпуски. Пока, конечно, сейчас половодье на реках. Ну, на майские праздники можно, да, уже? Да, ранее. Поедем на майские праздники. Попробуем. Друзья, если вы хотите поддержать нас... Друзья, если вы хотите поддержать наш... Друзья, если вы хотите поддержать наш проект, то подпишитесь на наш канал. Вот тут вот такая иконочка с двумя собаками. Нажмите подписаться, и вот вы будете большими молодцами. Да, место сзади навалом. Столик нам надо только с тобой еще зацепить. Да столик какой-нибудь придумал. Столик у нас пока нет, мы не купили. У них там в размере еще есть несколько вариантов. В общем, магазин, в котором мы покупали, я оставлю ссылочку в описании. Можете зайти на сайт, посмотреть, выбрать, какая там вам больше понравится. Подожди, наверное, было сначала, наверное, это. Хорошо? Да. Сейчас снимай это. Вот это я понимаю. Сборка, да? И разборка. Одно удовольствие. В общем, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк, вот, подписывайтесь на канал, скоро будет много интересного. До встречи. Он очень многословный парень. Короче, делайте как мы, а лучше... Лучше.